Меня зовут Мишель, и добро пожаловать обратно на мой канал. Простите меня за мой голос, я чуть простыла, но сегодня мы все вместе со своими друзьями. Все тут находимся, и мы приготовили очень большой стол, потому что ко мне приехало в гости очень много моих друзей, некоторые ребята из Америки, некоторые из Мальты, со всех стран этого мира, и также у нас, конечно же, Раша у нас в доме. Поэтому сегодня мы решили снять видео, как мы даем нашим американским друзьям пробовать русскую настоящую еду. У нас тут есть пельмени. И сами тоже, конечно, попробуем, да. Впервые. У нас здесь есть, сейчас я вам быстренько расскажу, у нас здесь есть пельмени, у нас тут есть шпроты, у нас тут есть докторская колбаса наша любимая. Я люблю, в принципе, просто. Мне кажется, они сидят, они ничего не понимают, они просто думают, что мы тут делаем. Guys, introduce yourselves to my audience on YouTube. Guys, I'm Jade, I'm from Malta, and I'm 20 years old. Hi guys, I'm Caden, I'm from America. What's up guys, I'm Gage, and I'm 17 years old. What's good guys, I'm Joao Coronel, and I'm from Brazil. Hi guys, I'm Sara, and I'm also from Malta. Всем привет, меня зовут Вероника Золотова, из Taxi Baby. Ну, вы знаете. Привет, писечки, меня зовут Амина, и сегодня я не смогу покушать, потому что на мне маска. Я очень в печали и в грусти. Ну, а зато Амина будет кормить всех красивых американцев. Всех секси-боев. Всем привет, я Лиза Анохина, я очень люблю пельмени. Все. Я надеюсь, что вам понравится это видео. Если это так, то ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на меня в инстаграме, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас всех, в принципе, и следите за нашими тиктоками, потому что мы снимаем очень много классных видео вот эти пару дней, пока все с нами. Конечно же, чтобы начать это видео, у нас есть настоящее советское шампанское, которое мы сейчас откроем. Готовьте сейчас ебанёт. Я реально, Мишель, я боюсь. Ты что, умеешь? Это, соответственно, первое, что передо мной лежит, это будет сало. Это как будто свинина замороженная. Вообще, да, так это и есть. Первое мы дадим попробовать Гейджу. Try it. Just grab the whole thing. I'm trying. Yummy? Really? Весь прикол в том, что мы им не говорим, что это за блюдо, пока они его не попробуют, поэтому сейчас мы им все расскажем. Grab a slice of this and this and this and eat it all together. Чеснок? Может, не надо им? Надо. That's my favorite, guys. This is what all children eat. It's not important that it's big, it's very tasty. It's pretty much fat, one of them, and the other one tasted like ham. So like the fat, I'd say like a 7 out of 10, and the ham like an 8, pretty good. My rating is 5 out of 10. Mm-hmm. For everything? Yeah, for everything. Okay, so for the ham for me was like a 4, the other thing was like a solid 0. Like, the garlic was just not it, 4 or so, I'm being generous, like. 3 out of 10. Definitely 3 out of 10. I enjoyed pretty much all of it. Obvious. No, especially the ham. That was okay. It was different, and then the garlic, if you eat it in small amounts, it's good. If you eat it all together, it's actually really healthy for you. You don't get sick if you eat garlic. Really? Yes. I'm gonna give it all like solid 7.5 out of 10. Wow. У нас на столе 3 тарелки с пельменями. Я уверена, что это блюдо получит намного больше рейтинг, чем остальное. Это очень вкусные пельмени. Это там больше пельмени. Пельмени, смысл моей жизни. Я тоже хочу, Мишель. Моя карьера началась с пельменей. I think you guys will like this a lot better. Is this the same thing? You get a scoop of this. It's so special. And put it on your plate. Okay. Put 4. And now dip this in this. Следующее, что мы дадим им попробовать, это пиздец. Это очень классно.
Это самое страшное блюдо, которое они не хотят пробовать. Это реально самое страшное здесь блюдо. Да. И селедка. Они не знают, что это. И, честно, я никогда в жизни это не ела. Но мы им об этом не будем говорить. Потому что я русская, в Жунжу, в России, в России. Лиза им сказала, что там тут аппендицит. Да. Ну. Аппендикс. Короче. Это холодец со свиной ножкой. Свиной ногой, вы представляете, на этой ножке ходил по книгам. Они думают, что это зародыш внутри. Но теперь мы дадим его им попробовать. И я. О, нет! О, мой гад! Это like a cake, guys! Это like a cake! Твердый пиздец, Мишель! А там кость внутри есть? Yes, like a cake! Bone? Is that a bone? It's a toe. No, no, that's no, no, bro. That's a hair. No, no, that's no, cartilage, I isn't like it? Show it to Molly. No, no, give me the hair. No, no, no. See, some people love it. Some people hate it. I think I'm going to. Yeah, you're like it. In your mouth. I'm not that scared. Go! Go, 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 go. 3, 2, 1, go. Я не знаю реально. He's crunching. He's not crunching. У меня нет идей. Just one time. Just one time. Water, water, water. No? He's from Brazil. Honestly, I expected worse. It's not that bad. Put it all in. Just throw it all in. Throw it all in. Dude, I might throw off if I do this, bro. Oh, go, 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 go. Oh my god. What is that, bro? Hop, hop, hop. This is going. Engage, guys. It's not that bad. I told you. It's good. No, but I have. No shot. No shot. What the? That's title too. Why is it salty? I'm still crunching on some parts. I don't know what I'm crunching on. That, what you just ate, was a pig foot. I'm so glad I spit that back up. I'm so happy. In jelly. Я бы лучше съела бы